очередной встречи проекта «Читаем вслух» шестиклассникам предстояло прочитать отрывки из произведений Елены Кошевой «Повесть о сыне». Елена Николаевна Кошевая рассказывает о своем сыне Олеге, о его детстве, о школьных годах, о том, как он стал пионером, потом как он был комсомольцем, как он вообще пришел к тому моменту, когда в 16 лет стал комиссаром подпольной организации молодогвардейцев. Школьники узнали, как малогвардейцы готовились к вооруженному восстанию в Краснодоне и каким образом незадолго до планируемого события организация была раскрыта. Прочитав повесть Елены Кошевой, ребята смогли найти ответы на серьезные вопросы. Что такое страх? Что такое по-настоящему тяжелая боль? Что же такое потерять друзей? Что такое потерять мать, отца, бывает, потерять сына? Это произведение очень... берет за душу. Главная задача проекта «Читаем вслух» – привить детям любовь к литературе. Каждый школьник старался прочитать отрывок повести выразительно, чтобы еще больше заинтересовать слушателей. Я хочу узнать, чем она закончится, потому что мне это действительно интересно. В финале ребятам показали отрывок из кинофильма «Молодая гвардия», снятый по роману Александра Фадеева. Следующая встреча в рамках проекта пройдет 13 марта. Педагоги прочитают вслух рассказы Александра Цыпкина. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24.